представляем вашему вниманию главные новости антикоррупционной службы Алматинской области за прошедшую неделю. Департаментом за прошедшую неделю в рамках проекта «Антикор Лайф» проведено 35 эфиров, в рамках проекта «Адалкумет» проведено 11 разъяснительных эфиров и 3 эфира в рамках проекта «Гражданский контроль». С участием руководителя Transparency Казахстан Шиян Ольга провела онлайн-тренинг государственным служащим Алматинской области. В рамках реализации проекта «Гражданский контроль» с участием руководителей, активных членов клубов «Адал Урпак» и «Санал Урпак» организована онлайн-конференция на тему «Наш выбор. Правовое государство». Алматинская область продолжает поддерживать акцию «Коррупция не для нас». В районах Алматинской области с участием членами СМГ проводят мониторинг цен на социальные значимые продукты. Участники конкурса «Парасатты отбасы» продолжают присылать свои видео, в которых рассказывают о своей семье. Менеджеры проектного офиса ЖИТСУ Адалдагаланы провели мониторинг готовности аптек города Талдыкурган в случае второй волны пандемии. В Аксурском районе проходит конкурс рисунков антикоррупционной тематики «Адал Имбектин Жаркан Бенесе». В области на системной основе проводится час добропорядочности. На областном телеканале ЖИЦУ продолжается телепередача ЖИЦУ Адалдык Алаңы. Гости эфира минувшей недели заместитель акима Каратальского района Касымов Кайрат. Департаментом при поддержке отдела внутренней политики Кербуланского района отснят социальный ролик на антикоррупционную тематику «Жемхорлыкка жол жок». Авторские и новостные статьи о проводимой работе департамента на страницах республиканских информационных агентств и журналов.